В чем особенности утренних тренировок? Приезжают на занятия взрослые, а после идут на работу. Соответственно, нужно сделать так, чтобы энергии хватило на весь день. И у нас в обязательном порядке тренировка начинается с дыхательной гимнастики, с упражнений для позвоночника, для развития его подвижности. Потом мы переходим к основной части, где изучаем школу бокса, основные базовые элементы. И вот важный момент. У нас нагрузки распределяются вот таким вот способом, да, идет подъем, плавный спуск, я говорю про объемы сейчас и, в принципе, про характер, интенсивность работы. Это гораздо лучше и эффективнее, чем тренировка, когда мы уходим в пик, может быть, там где-то переутомляемся, перетренированность возникает, травмируемся и уходим на спад. Падаем и потом опять набираем силу и энергию и возвращаемся, а может быть, и не возвращаемся к следующим занятиям. Поэтому вот мы делаем так, чтобы энергии хватало на весь день, мы ее накапливаем на тренировке и чувствуем себя хорошо после занятий.